Как обычно, мы говорим о итогах, говорим о том, что у нас прошло за эту неделю, какие были мероприятия, какие события были. Ну, что можно отметить на сегодняшний день? Значит, ну, первое, это то, что сейчас готовятся новые мероприятия в разных городах. Вы, наверное, в анонсах новостей это слышали, смотрели, читали. Поэтому сотрудники Solar Group сейчас уделяют большое внимание подготовке проведения этих мероприятий. Тем более, что они сопряжены с переводом имеющейся информации на определенные языки, с получением виз для выезда в эти страны и так далее. Все это требует определенного времени, определенных усилий, тем более, что там связано еще с размещением и так далее. Но уже команда имеет опыт проведения подобных мероприятий, уже не в одной стране побывали, и освоили, поездили, посмотрели на мир. На людей посмотрели, себя показали. А сейчас готовят другое мероприятие. В частности, по Индии. У нас же Соломаш никаких таких сверхвыдающихся событий за неделю не произошло. За исключением одного, что мы практически каждый день от лаборатории получали результаты, которые подтверждали на практике все те теоретические расчеты, которые мы выполняли в течение ряда лет. Отрабатывали модели, проверяли это на моделях, просчитывали максимум, моделировали, прогнозировали. И вот теперь мы получаем подтверждение при проведении натурных испытаний на конкретных электрических машинах. Пока все то, что прогнозировалось, подтверждается. Ну, так, конечно, будет не всегда, потому что не бывает все время все хорошо. Вот. Рано или поздно мы натолкнемся на какие-то проблемы. Но это просто неизбежно, это нормально. Как говорится, не все котам масленица. Это на прошедшей неделе, буквально последние дни, мы показали и подтвердили на практике реализацию классовой энергоэффективности выше Е4 в соответствии с европейскими стандартами. Вот. И более. Причем все эти работы выполнялись на донорах класса Е1 от российских производителей. Зарубежные двигатели мы еще не трогали. Также продолжаются работы, связанные с двигателями, перепроектированными, и с двигателями, которые спроектированы фактически с нуля. Имеется в виду не корпусные части, а электромагнитная система, вся электромагнитная система. Ну и первые полученные результаты тоже обнадеживающие и тоже подтверждают расчетные характеристики. Но хвастаться ими пока рано, но хотя они хорошие, можно, конечно, огласить, но тем не менее будут идти всесторонние исследования, потому что мы сейчас идем по пути проверки влияния, поэтапное влияние отдельных изменений в конструктиве, смотрим, какое изменение, как влияет
на параметры, на характеристики, насколько это вписывается в расчетные модели, то, что мы наблюдали при работе с Максвеллом, при обработке в программе Максвелл. Вот поэтому не все это получается не за один раз, это несколько итераций. И эту работу надо провести для того, чтобы в дальнейшем мы могли действовать более уверенно, с минимальными затратами. Также на этой неделе выполнены работы по установке контроллера, нашего контроллера на раму грань, на шасси грань, на наша лаборатория колесная. Ну, будем ждать, когда уйдет гололед, чтобы можно было приступить к испытаниям ходовым. Потому что по льду гонять как-то и испытывать мощностные режимы, ну, не совсем правильно. Потому что лабораторные испытания закончены, сейчас ходовые. Ну, как нормальные русские, да? Снег, дождь, асфальт кладут. Так и мы тоже. Лето красно пропели, зима наступила, мы приступаем к ходовым испытаниям. Ну что поделать, так случилось. Быстрее не смогли. Поэтому, в принципе, у нас на сегодняшний день таких выдающихся новостей нет, обильных, крупных. Хотя даже подтверждение того, что мы делали в течение многих лет, я полагаю, что это тоже приятный бонус прошедшей недели. По работам, связанным с строительством, пытаемся наверстывать сроки, поэтому те действия, которые мы предпринимаем, держат людей в напряжении, но до мордобоя мы еще не дошли. Хотя разговор идет и на планерках, и на встречах, да, ну, немножко таких в жестких тонах, мягко сказать. Поэтому пытаемся всеми силами ускориться. Ну, насколько это хватает нашего опыта, насколько мы убедительны, и насколько наши подрядчики поддаются на воздействие. Также сейчас усиленными темпами идет подготовка помещения под информационно-аналитический отдел, под информационно-аналитическую службу. Это вот такие текущие строительные работы, реконструкционные, по оборудованию, которые у нас идут практически постоянно, по созданию рабочих мест. И на этой неделе мы приступили к формированию конструкторской документации на двигатели 90 габарита на 1000 оборотов в минуту синхронно, частоту вращения. Эти двигатели будут иметь несколько, три три мощности, потому что в зависимости от длины пакета они различаются, это LSM. На разные мощности будут выполнены, но габаритно-присоединительные размеры будут соответствовать
российскому 90-му габариту.